Увеличение уставного фонда ОГЭД у нас увеличилось на 20 миллионов гривен с 43,6 миллиона гривен, соответственно, до 63,6 миллиона гривен. Это связано с тем, что в связи с пандемией коронавируса предприятие не получило значительный доход. Это около 50 миллионов гривен. И нам необходимы деньги, чтобы погасить обязательства по кредиту Европейскому банку реконструкции и развития. Деньги брали в сумме 8 миллионов евро на закупку 47 троллейбусов. Эти деньги конкретно не берутся из бюджета, а перераспределяются. То есть у нас уменьшилась на 20 миллионов сумма бюджетных денег на закупку кузовов, и эти деньги перераспределились на погашение, соответственно, кредита. Общий фонд не увеличился.